приехали в Щелково, потому что хотели посмотреть, как проходят выборы не в Москве. В Москве все понятно в таком плане, что это город, это большой город, поэтому хотели приехать сюда. И первое, что удивляет, очень много людей. Я не ожидал, что будет такое количество людей, что будут очереди к голосованию. Я не видел никаких нарушений. Сложно что-то сказать, если заходим на несколько минут. Так что я думаю, что вряд ли будут какие-то нарушения здесь, потому что видно, что подготовлена и комиссия, и приезжал шеф избирательной комиссии. Так что все как бы нормально. Очень замечательно, нам нравится. Большая явка, очень активно жители голосуют, хотя и мороз, и погода не очень располагает к тому, чтобы идти, но все равно активность жители проявляют. Везде стоят очереди. С последним участком мы приехали, пришла женщина 103 года и голосовала, мы ее поздравили. Молодец, сама пришла, 15-го года рождения. Как бы мы ни были заняты, мы всегда идем на выборы любого уровня, а уж тем более, когда выбирают президента. Вот. И у нас это многолетняя традиция. И самое главное, что мы с удовольствием это делаем. Сегодня реально вот все понимают, что каждый голос важен, и он действительно решает.